Добрый вечер. Сегодня у нас необычный клубный день. Мы сегодня справляем, ребята, день рождения. А виновница торжества, где у нас Танечка Утепова, пожалуйста. Мы тебя любим, это первое. Поздравляем. Здоровья тебе, благополучия. И надеемся услышать сегодня твое пение. Спасибо. Русь-Восток. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо большое. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня хорошо слышно? Сегодня 25 апреля, и, как вы догадываетесь, в прошлом столетии произошло событие. Но событие для моих родителей, конечно, прежде всего, и для моих родных. В институте имени Отто появилась на свет девочка Таня. Но самое удивительное в этой истории, что кроме девочки Тани, через 20 минут для всех, к большому изумлению, появился второй человек, мой братик Сережа. В те года не было УЗИ, а сердцебиения у нас совпадали, и поэтому только моя бабушка догадывалась о том, что у моей мамы что-то не так. Она говорит: «Леночка, ну как же так? Ты, говорит, не можешь застегнуть сапоги». А поскольку бабушка сама из двойни, поэтому она уже так пронзительно это все просчитала. Впервые в этом году я позволяю себе такой формат, как сейчас это говорит, формат, когда на свой день рождения я приглашаю друзей и выступаю перед вами в первом отделении, а второе отделение все друзья будут петь для нас с вами. На меня очень большое влияние в жизни оказали авторы Булат Акуджава и Юрий Левитанский. И поэтому сегодня в основном будут звучать песни, ну не только мои, но и вот стихи и песни Булата Акуджавы и стихи Юрия Левитанского. Но когда я буду исполнять не свою песню, я обязательно буду ее объявлять. Состояние, которое сегодня у меня на душе, очень хорошо описал Булат Шалович Акуджава в своей песне, которую все знают и все любят, «Виноградная косточка». Поцелую и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле ты вечно живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле ты вечный живу?
радаре. В черно-белом своем преклоню перед нею голову, и заслужусь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле ты вечно живу? И когда заглубится туман по углам залетая, пусть опять и опять проплывут предо мной наяву белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле ты вечно живу? Копил, не умел. 100 друзей все равно не имел. Ишь, чего захотел, 100 друзей, 100 друзей, это ж целый музей. 100, как Библия мудрых томов, 100 умов, 100 высотных домов, 100 морей, 100 дремучих лесов, 100 вселенных заманчивых зов. Скажешь слово одно, и оно повторится на 100 голосов. Ах, друзья, вы мудры, как Сократ, вы мудрее Сократа 100 крат, только я ведь и сам не хочу, чтобы 100 меня рук по плечу. 100 сочувствий искать не хочу, 100 надежд хранить не хочу. У витрин, у ночных витражей ходят с ружьями 100 сторожей, и стоит выше горных крижей одиночество в 100 этажей. Печальная скамья в судьбе моей, в памяти любовь осталась первая, любовь моя далекая зовет меня, хранит меня. Фильма «Однажды 20 лет спустя», музыка Марк Фраткин, стихи Роберта Рождественского. Ну, о женской доле. Это уже моя песенка. За лесом река, ой, глубока, за речкой поле, лебедь
летит за облака вольному морю. Счастье мое кружит в синем просторе. Верить и ждать всю жизнь женская доля. Счастье мое кружит в синем просторе. Верить и ждать всю жизнь женская доля. Как колосок воржи сердце мое, дрожит и застучит сильней с тем, кто ему родней не обмануть. Никак женского сердца, так-то если душа поет, сердце живет. Не различить грань синевы неба и моря, тише воды, выше травы, вот она воля. Не охватить всю даль счастья и горя, но спрятать ее в вуале женская доля. Не охватить всю даль счастья. Сердце так-то, если душа поет, сердце живет. За лесом река, ой, глубока, за речкой поле, дорога судьбы так далека, с далью не споря. Выше любых вершин и вольной воли миру дарить новую жизнь женская доля. А выше любых вершин Божия воля миру дарить новую жизнь женская доля. Как колосок воржи сердце мое, дрожит и застучит сильней с тем, кто ему сердце. Так-то, если душа поет, сердце живет, с миром душа живет, и сердце поет. Булата Куджава. Вот комната эта, храни ее Бог. Мой дом, мою крепость и волю. Четыре стены, потолок и порог. И тень моя с хлебом и солью. И в комнате этой ночною порой я к жизни иной прикасаюсь. Но в комнате этой отнюдь не герой. Я плачу, молюсь и спасаюсь. В ней все соразмерно желанием моим, то облик берлоги, то храма. В ней жизнь моя тает, густая, как дым, короткая, как телеграмма. Пока вы возносите небу хвалу, пока укоряете время, меня приглашает фортуна к столу нести свое сладкое бремя. Покуда по свету разносит молва, что будто я зло низвергаю, я просто слагаю слова и слова, и чувства свои излагаю. Судьба и перо по бумаге шурша стараются, лезут из кожи растраченной силы, сгорает душа, а там, за окошком, все то же. На свет несказанная
слово, как сорная трава, пускает корни руга. Мы много говорим ненужного и злого, нет, чтобы промолчать и пощадить друг друга. Мы много говорим ненужного и злого, нет, чтобы промолчать и пощадить друг друга. На грубость уповать нет смысла и резона. Доверимся с тобой предчувствию судьбы, ведь в наш жестокий век уж если и везло нам, лишь только потому, что были мы добры. Ведь в наш жестокий век уж если и везло нам, лишь только потому, что были мы добры. Вдруг из зерна любви, запавшего нам в душу, произрастет цветок несказанной красы. Нам лишь бы хрупкий храм доверия не разрушить, не уронить с цветка ни капельки росы. Нам лишь бы хрупкий храм доверия не разрушить, не уронить с цветка ни капельки росы. Напев дожди осенних сменяют покрова, ромашек запоздалых летучий белый цвет. И, видимо, молва по-своему права, коль сделано добро, ему забвенья нет. На добро ему забвенья нет. Прозвучала песня Валентина Ивановича Вихарева «Булата Куджава». Несчастье. Когда бы несчастье явилось ко мне в обличье рыцаря да на коне, грозящим со мной не стесняться, я мог бы над ним посмеяться. Когда бы оно, мою жизнь и покой, пыталось разрушить железной рукой, и лик его злом искажался, уж я бы над ним потешался. Но дело все в том, что в природе оно неясною мерою растворено. И в тучке, и в птичке взлетевшей, и в брани, что бросил сосед на ходу, в усмешке, мелькнувшей в минувшем году, в газете, давно пожелтевшей. Но в том-то и дело, что нам не видать, когда ему выпадет нас испытать на силу, на волю, на долю. Как будто бы рядом и нету его, как будто бы нету вообще ничего, а раны посыпаны солью. Нельзя быть подверженным столь уж всерьез предчувствием горьким насмешек и слез, возможной разлуки и смерти. Гляди, у тебя изменилось лицо. Гляди, ты боишься ступить на крыльцо, и пальцы дрожат на конверте. И все же не ему достаются права, и все же бессильны его жернова, и ты на ногах остаешься, и маленький, слабый, худой и больной, нет-нет, да объедешь его стороной. Уйдешь от него, увернешься. Наверное, в амбарах души и в крови хранятся запасы надежд и любви. А даром они не даются. И вот, утверждая свое торжество, бывает, погоны срываешь с него,
откуда и силы берутся. Я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасения нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый, прошепчет, что надежда есть. Фантазии рисую картины.
прилетай ко мне легким облаком, кружевная моя мечта. Сейчас в зале присутствует человек, который не даст мне соврать. Вот эта песня, она написана, посвящена была, написана, посвящена моему брату. Мы были очень счастливые дети. У нас потрясающая была дача. Ну вот там 100 домов, и все мы дружили, и до сих пор дружим. И если туда приехать, это как такой необыкновенный совершенно оазис. Доброта необыкновенная, облака необыкновенные, там все. Вот это детство. Я считаю, что нам просто очень повезло, что мы выросли вот в этой атмосфере творческой. Там столько было соседей, художники, музыканты. Устраивали какие-то детские концерты, представления, там сцену строили. Это каждый год в конце лета такая была задача. Поэтому я хочу сказать, что я вообще, когда приезжаю в деревни, и вот мы много ходили, у нас много было всяких экскурсий, моя бабушка организовывала. Она была удивительно энергичным человеком. Кстати, сегодня Радоница, сегодня день, когда мы вспоминаем наших близких. Поэтому я рада вспомнить их сегодня, тем более со сцены. И вот, когда я ездила, мы ходили там в такие путешествия небольшие, и есть фотография, она есть у нас черно-белая, когда мы зашли на один постоялый двор, и была маленькая тёлочка, коровушка. И думаете, кто там рядом с этой тёлочкой? Я вообще не знала, что я стану врачом-ветеринарным. Я стою около этой тёлочки, обняла её, и вот фотография-то цела. Все вокруг дети нормальные, только я одна там с этой тёлочкой. Вот я всегда удивлялась такому потрясающему отношению к людям. В деревнях живут такие души светлые. Юрий Левитанский об этом очень интересно сказал. «Здесь обычай древний не нарушит. В деревянный ставень постучи, чай заварят, валенки просушат, теплых щей достанут из печи. В этих избах, в этой снежной шире, белыми морозами дыша, издавна живет она, Сибири, щедро хлебосольная душа.
Если кто и есть еще, быть может, что шаги заслышал ворот, на задвижку дверь свою заложит, ковшика воды не подает. И влечет его неудержимо встреча с каждым новым пятаком. Пусть себе трясется эта жила над своим железным сундуком. Сколько раз меня в крестьянской хате приглашали к скромному столу, клали на ночь только на кровать, сами ночевали на полу. Провожая утром до ограды, говорили, раскурив табак, дескать, чем богаты, тем и рады. Извиняйте, если что не так. В дом к себе, распахивая двери, не тая ни помыслов, ни чувств, быть достойным хоть в какой-то мере этой высшей щедрости учусь, чтоб делить в сочувственной тревоге все, что за душой имею сам. С человеком, сбившимся с дороги, путником, плутавшим по лесам, чтобы с ним, прощаясь у ограды, раскурив по-дружески табак, молвить, чем богаты, тем и рады. Извиняйте, если что не так. Акуджава.
платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги тает. Та прекрасна, но напрасна. Перед ней две дороги тает. Та прекрасна, но напрасна. Это, видимо, всерьез. Женские доли, женские дороги. Ну, я вот все сегодня об этом. Прекрасная женская доля и любовь, и вообще это чувство всегда замечательное. Грозди спелые брусники ладонями не удержат. Бусы падают в мох, но не слышно багряного эха. И под мокрыми листьями прячется нитка межа. Этой тропкой легко друг от друга нежданно уехать. И под мокрыми листьями прячется легко друг от друга нежданно уехать. Грозди ягод багряных на солнце огнями горят. К самой яркой из них вдалеке я рукой потянусь. Но не зря видно выбрала осень прощальный наряд. Отправляя в ладонь вместо ягоды спелую грусть. Но нельзя, видно, выбрала осень прощальный наряд. Отправляя в ладонь вместо ягоды спелую грусть. Грусти спелой разлуки ладонями как нельзя удержать наши мысли и расстояния. Ведь самим от себя невозможно куда-то сбежать. И заросшей меже назначаем друг другу свидание. Ведь самим от себя невозможно бежать. И вернувшись к меже, назначаем друг другу свидание. Грозди спелой брусники ладонями не удержать.
Бусы падают в мох, но не слышно багряного эха. И дорожкой лунную светится нитками жар наша тропка любви, от которой уже не уехать. И дорожкой лунную светится нитками жар наша тропка любви, от которой уже не уехать. Ягод спелой брусники нет горче и слаще на вкус. Юрий Левитанский. Музыка, свет не ближний, дождь, на воде круги, музыка третий лишний. Что же ты? Ну, беги, выдохлась, притомилась. Хочешь, не хочешь, пой. Музыка, сделай милость, очередь за тобой. С каждой перебежкой дождь, на воде круги. Музыка, но не мешкай. Музыка, ну беги, не дожидаясь зова, не выбирая дня, круг обеги и снова стань впереди меня. Да не сочтем за муку этот из века в век по роковому кругу завороженный бег, этот смиренный пафос и молчаливый зов. Перемещение пауз, звуков и голосов, это чередование флейты и бубенца, это очарование дудочки и скворца. Это сплетение вьюги с песенкою дрозда, это синицей в руки выпавшая звезда. Это звезда и полночь, дождь, на воде круги, этот призыв на помощь. Музыка, помоги! Сейчас мы сыграем композицию Юрия Бобылева. Она называется «Дорога жизни». Thank you.
Кстати, эта музыка, это Юрий Бобылев написал. И вообще интересная была такая история. Мы выступали в Александр-Невской лавре, там есть такой духовской зал, Свято-Духовской. И был вечер, посвященный дню снятия блокады Ленинграда. И я Юрия попросила, чтобы он сделал видео. Видео кадров, жутких кадров блокады. И это очень усилило песню. И под влиянием вот этого творчества получилось такое сотворчество. И у Юры родилась вот эта замечательная мелодия, замечательная композиция «Дорога жизни». Она посвящается дороге жизни. Юрий Левитанский. Были смерти, рождения, разлады, разрывы, разрывы сердец и распады семей, возвращения, уходы. Было все, как бывало вчера и сегодня, и в давние годы. Все, как было когда-то в минувшем столетии, в старинном романе, в Коране и в Ветхом Завете. Отчего же это чувство такое, что все по-другому, что все изменилось на свете? Хоронили отцов, матерей хоронили. Бесшумно сменялись над черной травой погребальной за тризною тризна. Все, как было когда-то, как будет на свете и ныне, и присно. Просто все это прежде когда-то случалось не с нами, а с ними. А теперь это с нами, теперь это с нами самими. А теперь мы и сами уже перед Господом Богом стоим, неприкрыты и голы. И звучат непривычно теперь уже в первом лице роковые глаголы. Это я, а не он, это ты, это мы, это в доме у нас, это здесь, а не где-то. В остальном же, по сути, совсем несущественна разница эта. В остальном же незыблен порядок вещей, неизменен на веки веков одинаков. Снова в землю зерно возвратится. И дети к отцу возвратятся, и снова Иосифа примет Иаков. И пойдут они рядом, пойдут они за руки, взявшись, как равные сын и отец, потому что сравнялись отныне своими годами земными. Только все это будет не с ними, а с нами, теперь уже с нами самими. В остальном же незыблем порядок вещей неизменен, и все остается на месте, но зато испытание какое достоинству нашему, нашему мужеству, нашим понятиям о долге, о чести. Как рекрутский набор перед Господом Богом стоим, неприкрыты и голы, и звучат все привычнее, звучавшие некогда в третьем лице роковые глаголы. И звучит в окончании глагольном, легко проступая сквозь корень глагольный, голос леса и поля, травы и листвы, перезвон колокольный. Лечит душу.
она такая сроду. Пущаще перезвон, пусть реже звон набата, не допустить бы тех времен, когда шел брат на брата, звоня колокола, их правде нет предела. У каждого из них своя судьба, свой голос, и если он к земле приник, в земле родится голос очень высоко, прямо на домне звезды благовестны. Земной небо создан, и услышав звон, ты остановись, стой, слушай, колокол лечит, призван на Руси нашу душу. Очень высоко, прямо надо мной в зале присутствует автор этой песни. Я надеюсь, что у меня голос справится с ней. Стихи Сергея Филиппова, музыка Валерия Егорова. навсегда с собой остаться.
Валерий Егоров. Пока мы живы, надо бы сказать. Пока мы живы, надо бы признаться. Слова любви, как Божья благодать. Душа на них умеет откликаться, и тонких струн ответ нам сердце согревает, но отраженный свет так быстро исчезает, может навсегда. Тая вода унесет с собой печали, небо высоко, близко и далеко. Все, о чем мы так мечтали. Причуды в жизни каждому даны. Мы очень разные, но все в одном неправы. Не видим мы себя со стороны, но судим тех, кто слева или справа. И что тут говорить, когда нам не хватает умения любить. Душа всегда страдает, вот бы знать, когда талая вода унесет с собой печали. Небо высоко, близко и далеко. Все, о чем мы так мечтали. В своем отечестве пророков нет. Мы этой истине так слепо доверяем. И трудно нам принять любой совет. Все, что все о ближнем знаем, и только та душа, в которую поверят, свершает чудеса, и нам их не измерить. Именно тогда талая вода не несет с собой печаль. С вами живы. Сейчас первое отделение плавно переходит в антракт, когда мы можем обняться, сказать друг другу много добрых слов и любви. А второе отделение нас ожидает очень много новых, совершенно прекрасных артистов, моих друзей. Поэтому не разбегайтесь. Дорогие гости и члены клуба «Песни Восток», а особенно дорогие артисты, у нас огромная просьба потихонечку, полегонечку наполнить пространство этого зала, потому что вас ждет прекрасный микрофон, потрясающий звукооператор Геннадий Демин. Похлопайте, пожалуйста, ему.
очень легко было работать. Гена, спасибо тебе большое. Герман сидел. Герман сидел за пультом, но тогда тем более. Герман Колосов, еще на звуки. Все хлопаем, ура! Дорогие друзья, мы продолжаем концерт. Я очень тронута сегодня, честно скажу. Я впервые такой вот в таком формате, я уже говорила, чтобы свой день рождения. И меня очень мучило этот вопрос. Думаю, как я, имею ли я право вас, так скажем, тратить ваше время на себя? И это же будний день, это же вторник, завтра среда, завтра рабочий день. Но тем не менее, очень много друзей откликнулось. Я вообще безмерно благодарна. И я вас всех очень люблю. Все знали, правильно? И вообще я очень люблю вот эти стены. Вот Восток — это вообще как наш второй дом. Вот у меня есть мой дом, мой дом. Есть мой второй дом, это моя работа, клиника Векта. И третий мой дом — это Восток. Дорогие друзья, я сейчас приглашаю на сцену одного из организаторов клуба песни «Восток» Валентина Ивановича Вихрева. Валентин Иванович, кто-то будет помогать еще? Герман. Герман. Угу. Так, и помогать будет Герман Колосов. Подожди, конечно. Вот здесь микрофон работает. А сколько хотите, не знаю, вообще без разницы. Тебя же много надо? Никто не собирается уходить. Мы никуда не торопимся. А на работу завтра, а? Ладно. Солнышко, иди сюда. Она рок-орга тянет. Сейчас гораздо лучше Валера получается. Входи, входи сюда. Куда ты валет? Давай тогда, так. И что? Все сходится к тому, что нам есть что сказать. Нет? Я не знаю, сейчас узнаем. Валера Рохвард на сцену. Соколов. Все-таки вы. Дмитрий на сцену. Пиццу доедаю. Так. Всех выбила, конечно, из колеи. Пицца. Ты им задумала пиццу давать в перерыве, да? Это моя идея, Свет. Ты не знала, чем кончится. Начнем тогда все сначала. Где мы играем? Ля минули? Нам есть что сказать. А что делать? Нам есть что сказать. В этот вечер друг другу, поющей душе, день открытых дверей. Сегодня, ребята, гитар покору, это лучше лекарство, чем песни друзей. Лечить душу песни нелегкое дело, целителей сколько уже полегло из нашего братства, их столько сгорело, а все от того, что сердца на кого. Кто грезит ковбоем, а кто тот Кихотом, Светлина и Лира, Юбки одной. Дай Бог, чтобы делать и билось с охотой. Под пиццу вас растопили, нам и герой. И хлебом единым живем мы, ребята. Пусть кто-то усмешкой поющему поздно
инстинов опятны. Но песни повязаны, что песня поймет. Нам есть что сказать, ведь это вечер друг другу. И в помыслах нет ни границ, ни межи. Сегодня, ребята, гитар по кругу. Поделимся тем, что на сердце лежит. Сегодня, ребята, гитар по кругу. Поделимся тем, что на сердце лежит. Начинать проигрыш на Соловецких островах. Пока стоим. Поехали. Поехали. Песня, которую я пела 18 лет. Я не знала Валентина. А что ты тут сидишь? Иди вообще. Микрофон. Дай вот тебе микрофон. Можно я скажу? Вот эту песню на Соловецких островах я пела с 17 лет. И вообще не знала, кто такой автор этой песни. Вообще много-много лет. И вдруг, когда мне стукнуло там 50 уже, я знакомлюсь с Валентином Ивановичем Вихарем на Соловецких островах. У меня было такое лицо. У Аллы есть фотография, когда мы вот стоим, я обалдела. Я говорю, вот Валентин Иванович, который написал на Соловецких островах. Говорит «Пси». На Соловецких островах дожди, дожди. Ну как расскажешь на словах, дожди, в конверт письма не уложи. Ветра шторма, мне надо просто здесь пожить. Ты приезжай сама, в конверт письма не уложи. Пожить, ты приезжай сама. Что с того, что холода, здесь скоро быть. Что чай с мошкою пополам придется пить. И суши ветреных подруг. Ты приезжай, не суши.
нет, надо просто здесь пожить. Ты приезжай сама, крепкий спальню ложись. Это шторма, нет, надо просто здесь пожить. Ты приезжай сама. Танечку. Спасибо, Валентина, вам! А мы еще не кончили. Раз ты сказала, время есть? Время есть. Меняем на лирику. Берем ре мажор. Никто никуда не уходит. Улыбочку сделали, смотрим на именинницу. И начинаем примерно так. Поехали. Я бы сказал тебе много хороших встреч в тихую ночь у костра. Большое спасибо за поздравления. Я так тронута. Замечательно. Прекрасно. А сейчас у нас со сцены не уходит прекрасный гитарист, замечательный музыкант, мой замечательный друг Игорь Яковлев. Прошу. Здравствуйте. Я вам расскажу краткое вступление. Я был на Соловках. И со мной приключилась там одна неприятная такая медицинская история. И я иду, у меня нога волочится там, рука, и идет Таня. Так говорит, что ты тут спотыкаешься, тут ходишь? Я говорю, Таня, что ты это со мной-то? И она вот все это дело поняла, но она же врач, хоть и ветеринар, а я как собака, это самое. На Чемерковскую удобно нам. Вот они меня отправили на самолете в Архангельск и так далее. Там все со всеми созвонились.
Короче, это моя спасительница. Ну, я... Лены нету, она болеет у меня. Это самое сегодня. Я ее вчера поздравил с днем рождения. Нет, у нее завтра. Ну, это завтра, ну... Она болеет, у нее там ОРВИ, ОРЗ там, и все это, все. Всякие случаи, пожалуйста. Все прочее. Я нашей Танечке спою одну хорошую песню. Я ее очень люблю. Это песня Виктора Третьякова. Дорогие друзья, это был Игорь Яковлев. Игорек, он очень много лет... Игорь, вот ты не убегай. Очень много лет он вообще-то жил на севере. Ты вот скажи, Игорь, в каком ты городе жил? Якутск. В Якутск. Представляете, Якутск. Всю жизнь. Всю жизнь в Якутске. Какие там холода, какая там вообще природа. И он каждый день выходил с концертами. У него, во-первых, была потрясающая... работу. Он каждый день поздравлял молодоженов и играл вальс Мендельсона. Ты на чем ты играл? На гитаре? Да, на гитаре. Он играл вальс Мендельсона. Вообще спокойно. Каждый день. Несколько раз в день. Два поколения поженил. Представляете? Вот. И еще, кроме всего прочего, он еще играл в баре и в ресторане. И поэтому сейчас, когда он приехал сюда, он говорит, Тань, я настолько устал, вообще вот это все, но я, говорит, сейчас не за деньги, я сейчас просто отдыхаю. Я, говорит, прихожу вот в этот клуб, и я отдыхаю. Поэтому когда бы, куда бы, вот мы его не позвали. Вот Игоря, вот какие-то, у нас же сейчас это раньше было раз в день, да, раз в неделю, понедельник. А сейчас это понедельник, вторник, среда, пятница, суббота. Столько дней занято в Востоке, да? И Игоря зовут постоянно, причем не только в Восток, но еще куда-то там, дальше. Много горизонтов, вариантов много. Бардов зовут везде. Причем барда, я хочу сказать, вот сколько я сейчас хожу на известных артистов, там народные артисты. И вы знаете, я скажу, что вообще-то планка у нас ничем не хуже, вот, честно. Вот, ребят, не потому что кривлю душой, просто обалденно. Поэтому, Игорюк, спасибо тебе большое, аплодисменты. А
А сейчас на сцену приглашается, так она записалась, просто Лена. Приготовиться Герману Колосову. Вот что значит приходить пораньше. Пришла пораньше, не примелькавшееся лицо, меня сразу спросили, вы участвуете? Ну, как в анекдоте. Участвуете в анекдоте? Конечно! Ну, я, конечно, не пою, потому что я вообще... В клубе еще человек новенький, хотя петь умею и надеюсь, что когда-нибудь спою. Но просто, чтобы не вручать сухой букет, в метро родился экспромт. Я еще скажу про Танюшу. Я тоже ее знаю не так много, наверное, как все вы. Но вот это счастье знакомства с ней как с профессионалом в ее профессии, замечательный доктор и замечательная моя собачка, они друг друга нашли. Вот. И замечательный профессионал в исполнительстве и замечательный человек. Очень душевный и дающий советы вовремя. Зверей врачует. И поет. Для всех Барт радио ведет. Руководит и помогает. И в этом устали не знает. Ко всем внимательно всегда. Теплом души наделена. И женским обаянием, и глаз очарованием. Хочу от сердца пожелать работе вашей процветать. И творчество, и дивных песен. Чтоб было ярче, интересней. На этом белом свете жить, взлетать и верить, и любить. Спасибо большое. Спасибо. Я сейчас расскажу немножко, потому что тут заинтригована публика, заинтригована. Елена Серебренникова, она член клуба «Песни Восток». Но так получается в жизни, что многие, ну, кто знает, что вот Татьяна Кутепова работает в этой отрасли, они начинают потихонечку так, ну, аккуратно, так, знаете, с маленьким доверием таким. Сначала потихонечку придут, потом вроде как второй раз, потом вроде третий. То есть не сразу. То есть это нормально. Это потому что это, когда любимое животное, человек, естественно, должен найти самого человека, которому он доверяет, вот так скажем. А в клинике, в которой я работаю, я ее организовывала не для того, чтобы руководить. Я терпеть не могу руководить, вообще ненавижу это. Я организовываю хорошо, я, в принципе, организатор хороший. Но с точки зрения руководства, там какие-то бизнес-планы там, и так далее, я это ненавижу, честно. Какие-то там эти вот отчеты там, и так далее. Вот. И вот я честно говорю, я открыла эту клинику для того, чтобы все было по-честному. Потому что я очень много где работала, я знаю, как все происходит, много чего знаю. Ну и в медицине точно так же. Вот. И мне не хотелось, чтобы вот... И самое удивительное, что подобрался коллектив, вот 15 лет нашей клиники, 16-й год пошел, это не просто, безусловно, но самое удивительное, что подобрали, то есть вот сложили так, люди пришли, врачи, профессионалы, которые тоже это понимают, и которые понимают, что если надо оперировать, значит надо, не ради денег, не ради того, чтобы вот заработать, а для того, чтобы вот спасти, только для этого. И это все, и хирурги мои, и терапевты. И поэтому я очень благодарна. У нас сегодня присутствует в зале жена моего любимого хирурга, Александра Гюламиряна. Да, я просто преклоняюсь перед его. Мы с Сашей очень много лет вместе и знаем друг друга еще до того, как клинику открыли. Я открыла, а потом, значит, Саша, конечно, пришел как друг. Вот. Но он сегодня с дедушкой. Дедушке много лет, и дедушка не ходит. Вообще у нас у всех, конечно, у кого-то, у многих еще живы родители пожилые. Поэтому это все вот непросто и работу совместить, и куда-то поехать, кого-то поздравить. Вот, поэтому я с удовольствием, Светочка, приглашаю тебя на сцену. Света споет акапелла. Раз добрый вечер, очень рада вас всех видеть. Танечка, от всей души присоединяюсь ко всем словам. И я еще хочу добавить из себя, что на самом деле вот такой человек, который искренне говорит, все вот эти вот высказывания, они как лучики солнечные, вот распространяются, они лечат. И, конечно, преклоняясь твоему таланту, потому что, ну,
И сама такой человек творческий, я понимаю, что это вообще занимает главную, наверное, нишу, одну из главных ниш в жизни вообще людей. И спасибо, что ты даришь вот просто радость всем твоим знакомым, друзьям, родственникам. Спасибо огромное тебе. И дай Бог твоей семье, всем твоим и внукам, и детям, ну, ребенку твоему, всем твоим подругам, друзьям, всем, кто живы, здоровы, всем-всем-всем. Хочу от всего сердца пожелать. Вот на самом деле спасибо огромное за то, что ты есть. Спасибо. У нас. И эту песню я хочу исполнить акапелла. Я очень люблю эту песню. У меня много по жизни с ней связано. Может быть, даже каждый что-то вкладывает в эту песню, понимает ее по-своему. В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Лодка на речной своей судьбе, буду до ночной звезды лодку мастерить себе, буду до ночной моей светло. Это от ночной звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет сказала, что Света, она тоже ветеринарный доктор. Вот несмотря на то, что доктор, да, но ветеринарный. Спасибо. А на сцену приглашается... Я не могу, я останавливаюсь, потому что там цветы идут. Герман Колосов. Я обожаю этого человека. Потрясающий исполнитель. И, кстати, еще потрясающий специалист, он же техник. Технарь. А человек, который знает все. Вот там, вот в аппаратуре, там дур-дур, там вообще ничего не понять. Герман знает все. Исправит все, что угодно. Главное... Раз, два, три. Главное почаще ломать, чтобы было что исправлять.
Ну вот похвалили, потому что понимаешь, вот и все, все забыл. А я надеялся, что ты так сможешь. Мы с тобой познакомились так вот как-то внезапно. Я просто не могу, очень хочу отметить твою внимательность не только к животным, но и к бардам. Вот. Спасибо. Удивительно, удивительно. Просто я помню, что впервые такая слава и почет. Я там первые три песни там еще спел, только там мы там с Ладой только вот с диск там вот этот стали записали, да, по-моему. Вот. И Татьяна мне там предложила обо мне в мой день рождения значит, сказать в программе на Бард-радио. Мне было очень приятно. Спасибо большое. Ну, тогда я еще работала на Бард-радио, тогда активно. По просьбе именинницы Юрий Кукин. Продолжение. Хочется позвать на сцену Ладу Вихареву. Потому что у нас дуэт. Но прежде чем мы споем, я тоже хочу, Танечка, поздравить тебя и сделать такой подарок, который пригодится, я надеюсь, на работе, на рабочем месте. Потому что работа у тебя замечательная. Вот мальчики в нашем детстве мечтали быть космонавтами, а девочки, я в частности, мечтала быть звериным доктором. Потрясающе. Вот. Пушистый Петербург. Да, доктором инвалидом. Вот. Поэтому, да, вот детские мечты – это замечательная профессия, которая позволяет сохранять эту детскую доброту и нести ее. И мы, я счастлива, что мы столкнулись тоже вот в этом году, поконтачили, потому что прямо сейчас идет процесс выздоровления нашего голубоглазого кота Орфея. Поэтому вот тут вот, голубые глазки. «Пушистый Петербург» называется. И там много шоколадок, кошачек для всех докторов чудесной клиники Таниной. Слушайте, чтобы мне тут вас не бегать и не мучить никого, сейчас я вот хочу этот микрофон выцепить и рассказывать, да, рассказывать. Включишь ты этот микрофончик?
Вот, отсюда, вот, чтобы там не дергаться. Танечка, под колонку не подходи. Ага, вот я ушла от кого-то. Можно? Значит, на сцену вышла, присоединилась Герману Колосову Лада Вихарева. Лада Вихарева – это дочь Валентина Ивановича Вихарева. И мало того, у них вот когда появился в клубе «Восток» Герман Колосов, он не очень давно появился, правда? Скажи, сколько лет? Вот 2-3 года, да? С 20-го, да. А, ну вот, я не очень ошиблась, 2-3 года, да. Вот. И он сразу стал охмурять наших женщин, потому что это естественно, такая вообще внешность. И вдруг мы смотрим, значит, он вообще дуэт организовывает с Ладой Вихаревой. Между прочим, дуэт был до того. Да, мы не знаем. Но я говорю то, что я вот со стороны видела. Оказывается, они там познакомились где-то там на цели, да? Я говорю, что я привела. На лыжах катались, и потом привели сюда Германа, но неважно. Ребят, потрясающий совершенно дуэт. Придется соответствовать теперь. Ну, конечно, о любви. О чем же еще? Валерий Боков. Нам неведомо, кто мы, куда мы идем. Как, когда и откуда пришли мы сюда. Только верим, волшебный отыщется дом в диком поле, где нет ни огня, ни следа, и не скроет слепящий снег его окон манящий свет. И лишь дверь отворив в этот дом, мы навек растворимся в нем. Будут жарко в печи трещать березовые дрова. Будем долго в ночи молчать, разом все позабыв слова. Будем в ночи молчать, все позабыв слова. Неистово сладостных мук вдоль стены падут, пол провалится вдруг, и разверзнутся в космос его потолки. Мгновением твоей ослабевшей руки, и качать будет нас Бог небес. От Тартара ни до небес будут, как под пером стихи, снежинки шуршать в окне, будто с горних высот грехи отпускают тебе и мне. С горних высот грехи отпускают тебе. Бросят краски на холст Ренуар и Мане, видя, как среди звезд мы в объятиях летим. Бах, сто фуг сочини нам, а Шуберт во сне. Сто ночных серенад нас с тобой посвятит, и увидим, что мы не одни в вышине. Что над снегом, над тьмой руки переплетя, вечным млечным путем наугад при луне. Сотни тысяч душ с нами рядом летят, звездным ветром полны их крыла, и для них ночь, как день, светла. И всегда и во все времена будоражит влюбленным кровь. Всем живым на земле она одна верховодит сама любовь. Сто преград сможешь ты пройти, потеряв Ариадны нить. Если хочешь любовь найти, если можешь еще.
еще любить, если хочешь любовь найти, если можешь еще любить. Браво! Спасибо огромное, потрясающе вообще. Я приглашаю на сцену Наташу Астраханцеву. Наташенька, ты нас слышишь? Да, конечно. Наташенька обладает совершенно необыкновенным хрустальным голосом. Ну, я думаю, что вы не первый раз ее слышите, правда? Вот. Наташа, я тебе очень благодарна. У нас попытка была в день рождения Наташи дуэт. И мы тут два раза даже спели дуэтом. Вот, и решили, что будем репетировать, но пока до этого еще не дошло. Да, все дела. Мы с Наташей это сделаем. Мы обещали. Мы видимо, сделаем. Не пришло время. Я да, просто думаю, да, еще да. всему свое время. А у меня нет гитары, да, по-моему? Есть гитара. Да, Танечка, с днем рождения тебя, дорогая. Я тоже хочу сказать благодарственные слова Тане как врачу, потому что она моего котика вылечила, подняла на ноги. Он был очень плох, когда я его привезла домой. И с тех пор все хорошо. Он все, никаких рецидивов. Спасибо тебе. А подарить я тебе хочу сегодня песню, которая очень созвучна твоему творчеству. Написала ее твоя тезка Татьяна Королева. Я уведу тебя в поле широкое. Поможет мне Игорь Яковлев, конечно. Я уведу тебя в поле широкое, где только ветер на встречном пути. Там, где колышутся стебли высокие, но никому ни за что не найти. Там, где колышутся стебли высокие, но никому ни за что не найти. Здесь, кроме птиц, нарушает молчание только лишь трепет кудрявой травы. Я расскажу обо всех своих чаяниях и о своей безоглядной любви. Я расскажу обо всех своих чаяниях и о своей безоглядной любви. Красные брусники мерцания нежного я принесу тебе полную горсть. Не оставляй же нас, небо мятежное, в тайных своих построениях звезд. Не оставляй же нас, небо мятежное, в тайных своих построениях звезд. Утром мы встретим росой окропленные в дымке полей в акварели зари. Что не рассказано летом, зеленая ты потихоньку нам говори. Что не рассказано летом, зеленое ты
Наташенька, спасибо огромное. Игорек, спасибо огромное. А на сцену приглашается Валерий Рохварк и Людмила Румянцева. Я не знаю, каким вы образом выйдете, сначала один или сразу вместе, но это потрясающий дуэт. Дуэт не в таком смысле, как мы привыкли, когда поют и когда играют, а здесь читают стихи и играет баян. Валерий и Людмила. А у вас же называется как-то дуэт? Баяния, да? Баяния. Баян и я. Баяния. Ну, Танечка, во-первых, я хочу тебя поблагодарить за сегодняшний вечер. Он, конечно, удивительный совершенно. Он с какой-то немножко грустной ноткой. Временами хотелось быть созвучной. Взгрустнуть временами, порадоваться. Ну, во-первых, я тебя поздравляю. Это тебе тоже на работе пригодится. Наверное, к твоему рабочему чаю, потому что... Мы тебе очень благодарны за наших животных. Вот Валера сейчас скажет. У Лады был в процессе хирурга, а у нас уже закончился. Спасибо, Танечка. Да. Спасибо, спасибо. И кошка Лиза и кошка Буся тебе очень благодарны. Они здравствуют. И Макс тебе очень Макс любит меня, бывать. Потому что я его не лечу. Макс не любит, да. Нет, ну, он вот. Меня любит. Он реально не боится. Он меня любит. Я его люблю. И он не боится. И он здоров. И продолжая такую слегка... Тут нету пюпитра, правда. Вон, но... видите, пожалуйста. А, есть такая. Да. Не надо было перерывать. Вот, но продолжая эту такую немножечко ностальгическую, грустную, весеннюю, лирическую тему, я буду читать стихи о саде. А весне, тем более у тебя дача была. И все стихи, которые, все цветы, которые у меня перечислены будут в стихах, я дарю тебе этот виртуальный букет. А вы можете посчитать, сколько там будет цветов во втором стихотворении. Хорошо. Маэстро. Свои стихи читаю, и для себя цветы сажаю в сад, и, провожая взглядом птичью стаю, самой себе отвечу не в попад. Самой себе, наверное, это грустно, кивну согласно и воскликну: нет, жизнь кажется унылой и безвкусной, когда ее не красишь в яркий цвет, и ждешь то приглашение, то совета, забыв о том, что это по плечу. Не доедать, вставать перед рассветом, но жить не так, как надо, как хочу. Так хорошо одной бродить по саду, забыв про маникюр и макияж, и получать цветок и стих в награду за то, что вновь доступна эта блажь. И в этом нет ни грусти, ни печали. Самой себе стихи читать в саду, ведь в мире счастья больше есть едва ли. Жить, наконец, своей душой в ладу. Намеком легким нарисован сад. После зимы в нем все слегка неясно, и скромен белых ветрениц наряд. Когда-то я и сад вдвоем негласно апрельский заключили договор о том,
что я встречаю птичью стаю, от грядок к небу поднимаю взор, в запале огородном угасая, и слушаю, мечтаю и молчу, земли и неба впитывая звуки. Сегодня я и впрямь за честь почту не брать лопату и секатор в руки. Я буду сад приветствовать стихом. Галантусы не буду рвать в букеты, березы ствол седым поросший мхом мне согревает душу теплым светом, но не найти ни образов, ни слов, лишь немота, молчание, восхищение и отражением птичьих голосов на клумбе синих ирисов свечение. А птицы все летят, 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 и хочется за ними устремиться, но сциллы мой притягивают взгляд, и крокусов упругих вереницы. Апрельский сад, все мимолетно в нем, я птицам лишь махну во след счастливо. У ног моих лазурным огоньком печеночница вспыхнет шаловливо, и гиацинт готовит мне бутон, белый копытень зажигает свечи, и у забора даже старый клен бросает клейкий носик мне на плечи. Тебе букет из всех первоцветов. Люда, там 9 цветов было, да? 8. А я 9 не считала. Значит, одно дерево я не насчитала. Так, а сейчас на сцену приглашается Игорь Кармановский. Пока Игорь собирается, я хочу рассказать, что я очень ценю нашу дружбу, потому что она не задействована в театре, понимаете как? То есть вот Игорь, он организатор 12 мюзиклов. 14 мюзиклов, вот я ошибаюсь. Но я не все, значит, отследила за тобой, Игорь. Вот. Но главное, что наша дружба, она не на этом построена. Есть артисты, которые принимают участие в его мюзиклах. Игорь никогда в жизни меня не приглашал. И никогда, и не пригласит, потому что уже мюзиклы закончились, я имею в виду вот этот вот отсчет 12 штук, а потом будут какие-то, они будут повторяться, и там уже будут играть те же артисты, которые были предыдущие. Вот. Но главное не это, а главное то, что мы друг друга-то все равно любим, понимаете как. И вот еще интересный момент. Игорь пришел под влиянием, под нашим сильным, мощным влиянием с Ирой Лившиц. Ира еще выйдет сегодня на сцену. Он пришел и стал работать на Барт-Раде. А это вообще потряс, потому что Игорь, когда погружается во что-то, его же не остановить. Понимаете? То есть вот ему дали тему, вернее, он сам выбрал «Космос», да? И у него передача была, сейчас скажу, 2 часа 38 минут, да? Правильно? Ну, и там, это не комплименты, да, наоборот. Да. Надо все вот делать короче. Нет, на самом деле он очень старается, как талантливый человек старается. Говорит, что талант – это краткость, это сестра таланта, да? Но тем не менее, Игорёк, мало того, мы с ним переделали песню. Вот есть у меня песня такая, называется «Команда». Она посвящается волейболистам, друзьям моим с волейбола. И надо было что-то придумать для Барт-радио. Я говорю, я не могу, у меня не получается. Игорь, вот говорю, может, ты сможешь вот мои слова переделать, там такая вирусная мелодия такая, она очень быстро запоминается и не отпускает. Вот. И Игорь говорит, так просто ты этого никогда не делал, ты, говорит, не переделал чужих песен, поэтому, говорит, он взял за вечер и сделал. Игорь, правда? Да, я короче, да. Нет, ну, чтобы сделать хорошо, надо, конечно, немножко потрудиться. Вот. Ну, просто у меня уже рука набита.
Я тебя поздравляю, Таня. Ты, конечно, много комплиментов тут не ответила, незаслуженных. Вот. Я, наверное, спою одну песню, а потом уже тебя поздравлю уже по-настоящему. Хочу спеть песенку, которую я написал в прошлом году. Сейчас я пишу редко. Все в основном переделки, переделки. Вот. А нормального чего-то не получается. Вот. Ну, в прошлом году написал песню. Она уже звучала на песне года. Называется «Навигатор». Посвящена она Леве Юфиту, которого вы многие здесь хорошо знали. Вот. Потому что именно он в свое время подсказал, так сказать, направление, в общем, идея этой песни. Вот. Песня называется «Навигатор». Гаджет когда-то мог иметь лишь богатый, подтверждая, насколько он успешен и крут. А сегодня привычным стал для всех навигатор. Он любому поможет выбрать верный маршрут. Все давно позабыли о былом фетишизме, и вопрос возникает, пусть наивный совсем, почему же не создан навигатор по жизни? Это сразу пришило массу всяких проблем. Почему же не создан навигатор по жизни? Это сразу пришило массу всяких проблем. Это было б комфортно, это было б удобно. Сделать правильный выбор не любому дано. Навигатор по жизни план бы выдал подробный. Все уже рассчитали, все за вас решено. Поверните налево, поверните направо. Тормозните у знака, где указано стоп. И придет к вам удача и богатство, и слава. Выполняйте команды, и все будет тип-топ. И придет к вам удача, и богатство, и слава. Выполняйте команды, и все будет тип-топ. Ни страстей, ни метаний, ни разлук, ни страданий, ни ошибок в карьере, ни несчастной любви, ни напрасных мечтаний, ни крутых испытаний. Повинуйся приказам и спокойно живи. И ни тревог, и ни волнений, и ни безумных порывов. Надо лишь подчиниться чьей-то воле чужой. Будешь жить ты на свете совершенно счастливый, абсолютно довольный, но с пустою душой. Будешь жить ты на свете совершенно счастливый, абсолютно довольный, но с пустою душой. И пускай это скучно и довольно убого, но поддаться соблазну кто-то был бы лишь рад. Ведь противиться трудно, если знаешь дорогу абсолютному счастью без душевных затрат. И решился б не каждый стать зачем-то капризней, сбунтоваться внезапно и с маршрута свернуть. Хорошо, что не создан навигатор по жизни. Каждый сам выбирает в жизни собственный путь. Хорошо, что не создан навигатор по жизни. Каждый сам выбирает свой единственный путь. Thank you.
теперь я хочу пригласить сюда Иру Лившиц. Вот, и мы с ней споем наконец поздравления, Таня. Добрый вечер. Здесь свой посол, да и скажу. Мне кажется, что каждый день рождения – это лишний повод для того, чтобы встретиться и пообщаться. У нас сегодня очень теплый вечер, такое общение, и мы хотим тебя, Танюш, поздравить. Я заранее предупреждаю, что в песнях 30-х годов я не очень. Мелодии знаю не очень. Но как получится. Тань, ты начала говорить о переделках? Пусть день этот светлым и радостным станет, ведь мы поздравляем Кутепову Таню. Желаем сегодня цветов и подарков, а к ним, вероятно, найдется и чарка. Желаем сердечно тебе в день рождения, а жизни во всем получай наслаждение. Пусть творчество резко идет нарастание, тебе новых песен желаем мы, Тань. Так будь же здорова, живи ты богата, и будут здоровы щенки и котята. Согреешь питомцев теплом и заботой, ведь это мы знаем не просто работа. Достойного сына взрастила ты, Тань, не стыдно смотреть на плоды воспитания. Детей поднимать непростая наука, теперь в том же духе ты вырастешь внуком. Пусть в мире повсюду разброд и шатанье, с собой оставайся, Кутепова Таня. Тебе лучше станет единица читания, так будь же счастливой, Кутепова Таня. Удачи пожелаем Кутеповой Тане, пускай все исполнятся в жизни мечтания, и с честью пройдешь ты сквозь все испытания. Так будь же здорова, Кутепова Таня, так будь же здорова, Кутепова Таня. Такого мне никто никогда вот так, такого длинного, такого фундаментального, вот такого поздравления. А можно я, Аешка, ты будешь выступать? Нет. Все. Аешка решила закосить. Значит, я тогда беру, я ухожу к колонке, мне сказали, сядь к колонке. Значит, я хочу вот что сказать, дорогие друзья. Это редкие гости у нас на самом деле. Ириша, иди сюда. Ириша Лившиц – это потрясающий энергии человек. У нее столько новых идей вообще в голове. Это такой креатив постоянно. Причем, когда она хочет на самом деле что-то вот сделать, это надо обращаться к Ире. Вот просто сразу. Вот звонить Ирка. Надо идею, да? Ира, там, любую идею, название, там, или какую-то передачу. Ну, вот, поэтому на я... На кораблике покататься, между прочим. Скоро открывается сезон, будьте любезны. Набережная, Дворцовая набережная, да? Ира, сразу рекламу давай, это самое. Дворцовая набережная, 22-24, приходите. Вы там увидите, прямо на набережной гуляет Ира Лившиц. Буквально и скоро откроется сезон. Откроется сезон через неделю-две. Приходите покататься на кораблике. Вот, спасибо вам огромное. А я на сцену приглашаю Валеру. С днём рождения еще раз. Ой, спасибо. Я на сцену приглашаю Валеру Егорова. А мне кажется, он еще не ушел. А, ну так, ну мы сейчас понадеемся, что сможет. Ну, пицца-то она такая калорийная. Калорийная, да? Пицца калорийная. А Светочка, это Светочка еще один коллектив Бортрадио, член клуба. Ой-ой-ой, вообще все, пока, спасибо большое. Бортрадио с нами. А можно? Не, Гурочка. Я дать микрофон? Нужно, я буду. Егоров идет. Я представлю, Танечка, это Луганск. Мне очень приятно. Мы второй раз уже приходим на такой праздник. Поближе. Почему нет? Почему?
Танечка Юрьевна, мы у вас, ваш клуб «Восток», мы тоже с Востока. Много было сказано о кошечках, о собачках, но никто не знает, как в трудную минуту нам руку протянула Татьяна Юрьевна. Она добрейшей души человек. Мы приехали, вот в чем мать родила, как говорят. Она смогла организовать, она нас одела, понимаете, с ног до головы. Она волонтер. Я не могу. Танечка, спасибо вам большое. Спасибо огромное вообще. Вот, мы настолько любим, вот, на самом деле, Луганск и вообще вот эта история вся, вот, которая сейчас происходит, она не может мимо нашего сердца проходить. То есть это настолько, вы понимаете, вы наши люди, мы просто отвечаем за все, что происходит везде, понимаете? Это наша страна. Я не знаю, я почему за вот болею очень душой за всех, кто оттуда приехал или кто там находится, и за наших воинов, за наших ребят. Это выступление в госпиталях. И это просто мы все в ответе за то, что происходит в нашей стране. И просто вот мы вас всех любим и будем всегда поддерживать. Вы наши, мы своих не бросаем. Танечка, с днем рождения тебя! Желаю тебе всего-всего-всего. Крепкого здоровья, мирных собачек, которых которые не будут лезть. Отличный сын у тебя. Творческих взлетов побольше. У меня батарейка вот-вот сядет, а 1% остался. Поэтому поем песню. Сергей Ким IV. Для тебя ненаглядная. Для тебя ненаглядная летом дом устрою резной красоты. Будь хозяйкой румяных рассветов и закатов лилово-золотых. Будь хозяйкой лиловых румяных рассветов и закатов лилово-золотых. Рассыплю цветы. Thank you.
А, кажется, еще 1% остался. Валера вообще считается одним из лучших мелодистов в России. Ну, современный. Да? Вот, спасибо, я не знаю. С Таней мы познакомились у автобуса, который вез в Пушгоры. Там немножко поцапали сначала, да, но потом подружились. Это правильно. Любовь сердечная. Про дуру можно? Без тебя температура 35,5. Да, я дура, 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 вот реву опять. Без тебя замерзли руки, сердце барахлит. Как ты там вторые сутки не простыл ли сыт? Да, да. Без тебя температура 35,5. Да, я дура, 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 вот реву опять. Да, я дура, 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 а какая есть. Лишь с тобой температура 36,6. Приглашаю Славу Ковалева, Вячеслав Ковалев, клуб «Латы». Цветочек, ну, там. Я найду все цветы, я точно обещаю. И два дерева. А, еще два дерева. Да. Знаете, это... такой вот секрет открою. 17 мая состоится вот наш вот очередной клуб встреч «Лады», и Татьяна Кутепова, и Юра Боболев, они там будут, так сказать, делать свои презентации. Это очень интересно, это не совсем концерт, вернее, совсем не концерт, хотя живые песни будут. Вот, но готовится фильм сейчас о Татьяне. Вот, и премьера этого фильма как раз будет в этом 17 мая у нас. Так что приходите, а чтобы не пропустить, просто очень легко. Можно вот там подписываться на мои рассылочки, и, естественно, все это. Вот, сейчас я хотел бы, знаешь, вот продолжить, Таня, твое настроение, то, что ты вспоминала про детство, про свое, про и то, что сегодня Радоница. И вот я думаю, что песня Сергея Трофимова будет очень, что называется, в кассу. Земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною в небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет 5, и радость моя летит, и счастье мое поет. Сказки про любовь
или отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, вместе мы народ, и радость моя летит, и счастье мое поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. По группе, вычеркнув родные для меня адреса, мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Спасибо. Ну и в заключение, да? Да, в заключение. Вот, в заключение давайте споем, знаете что, вот сейчас же такие весенние дни, и мы вот в День Победы, мы не увидимся, вот меня-то точно не будет, я опять буду там, где не работают российские симки. Вот, а Свете я предложил бы, знаете что, вот Михаил Ножкин написал как раз эту песню к фильму «Освобождение», который вышел, кстати говоря, да, вот в апреле его показывали. И мы же сейчас все живем с некой надеждой и тревогой, конечно. Так вот, песня, которую мы сейчас поем, там, знаете, вот в фильме какой был момент, Геббельс звонит, там, ну, наш уже в Берлине, вот, и он спрашивает: «Русские у вас есть?» Ну, там фрау какая-то подходит, она говорит: «Есть, да. А что они делают?» «Поют». И вот, вот эта песня прозвучала в фильме. А, Герман, а ты можешь мне октаву здесь сделать, нет? Или тяжело это? А, ну, и вот. Завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть.
Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и помирать совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Танечка, с днем рождения! Это хендмейд от Юлечки. Это Юля так, она делает, да. Как это называется? Это валяние называется, да? Ну да. Это потрясающе что-то, там какая-то... Сухое-мокрое валяние. Славушка, спасибо. Спасибо, Юля, спасибо. Спасибо всем огромное, спасибо вообще за этот вечер, я не знаю, такой подарок вообще. И всем артистам, кто выступал, и всем, кто пришел. Это такое счастье, что есть такие друзья. И храни вас, Господи, всех. Да, да, за пиццей, пожалуйста. Там еще что-то есть.